Браво МБ-80, знаменитая красная улитка, очень компактный и производительный центробежный насос, предназначенный для наполнения воздухом лодок, матрасов, игрушек и других надувных изделий. Производительность насоса 700 литров в минуту. Питается от напряжения 12 вольт, например, от автомобильного аккумулятора. Электронасос не способен выдать давление, обеспечивающее полную жесткость надувным лодкам. В то же время он является высокоэффективным средством для быстрого наполнения воздухом объемных изделий. Поэтому обычно его применяют в паре с самым простым ножным или ручным насосом. Сначала электронасосом МБ-80 быстро наполняется большой объем до давления 80 мБ, а потом несколькими движениями механического насоса достигается рабочее давление в 200-300 мБ, а по необходимости и более. Масса насоса 520 граммов. Насос имеет грибовидную форму. В широкой его части находится центробежный компрессор, в узкой – электромотор мощностью 120 Вт. Выключатель питания находится на торце узкой части, туда же подводится двухцветный провод питания – красный провод плюс, черный минус. Для соединения насоса с насадками имеется эластичная трубка-воздуховод. Электронасос способен как накачивать, так и откачивать воздух. Режим откачивания воздуха осуществляется присоединением воздуховода ко впускному отверстию с помощью специального коннектора. При работе насоса требуется избегать длительной работы после того, как насос накачает изделие до максимального давления 80 мБ. Понять, достигло ли давление максимальной величины, легко на слух. Тон звучания электромотора заметно повысится. После этого следует отсоединить насос от изделия. В комплекте идет набор стандартных переходников под клапаны разного типа. Кроме того, мы всегда комплектуем насос коннектором для клапана Голубева, который является самым популярным клапаном для надувных изделий.